Декабрь в России начался с масштабных пожаров. В Санкт-Петербурге загорелся склад с химикатами. Как сообщают российские телеграм-каналы, ангар, в котором хранились химвещества, загорелся вблизи одного из гаражных кооперативов. Огонь распространился на площадь 200 квадратов. Ситуация усугубилась во время тушения огня, когда произошел мощный взрыв. В результате, по предварительной информации, одного из сотрудников склада госпитализировали с ожогами. Тем временем в Москве полыхал самый большой вещевой рынок «Садовод». По данным российских телеграм-каналов, огонь охватил 600 квадратов. Горели трехуровневые контейнеры в 10 павильонах на 20-й линии. Один из продавцов, пытавшийся спасти свой товар, надышался дымом. Его госпитализировали. Кроме того, во время тушения сорвался с крыши 22-летний спасатель. Его также доставили в больницу.